Всероссийский центр общественного мнения изучил потребительские настроения россиян. Выяснилось, что за 12 последних месяцев, данные приводятся на конец марта, материальное положение у большинства осталось без изменений. Улучшилось у 12% опрошенных, ухудшилось у 26%. А соответственно, если говорить о крупных покупках для дома, таких как мебель, холодильник, бытовая техника, большинство высказались, что сейчас не совсем подходящее время. Это 40% респондентов. 27% на крупные покупки готовы раскошелиться прямо сейчас, а 23% ответили, что время для таких покупок совсем не подходящее.